8 человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком. Авария произошла на 328-м километре трассы Одесса-Киев возле села Троицкое Любашовского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Украины. В результате ДТП водители и семеро пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все 8 пострадавших были госпитализированы. По предварительной версии, водитель маршрутного такси уснул за рулем.